Вот такой туман. Красиво. Шесть часов утра. Собираюсь на куб. Смотрите, как все зацвело. О, ветка сухая. Надо спилить. Как красиво все цветет, а пахнет как. Красота. Здравствуйте, друзья! Вы на канале «В поисках золота и старины». Надеюсь, вы зашли к нам не случайно и останетесь с нами, так сказать, надолго. Будем дружить. Канал о поиске монет, разных артефактов, да и просто о жизни. Видео выходит каждую пятницу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного. Сегодня мы с вами походим по одному полю. Наконец-то я к нему смог доехать. Я надеюсь, оно еще не засеяно. Походим по лужку. Я думаю, находочки будут. Я здесь уже был пару раз в прошлом году. Находки были. Сундук, конечно, золото не нашел. Оставил на потом. Но сегодня попытаем судьбу. Так что не переключайтесь. Смотрим. Да, друзья, хотел посоветовать вам один хороший канал о копе. Если вы этим интересуетесь, обязательно посмотрите. Канал Сергея Ваучера из Канады. Канал очень интересный, никакой политики, никакого мата, просто все о копе. Интересные монетки, интересные находки. Недавно человек поднял кошелек, кошелек серебра. Не помню уже сколько, но такая вот куча серебряных монет. Потом нашел рассыпуху в следующем видео. Так что есть чего посмотреть. Заходите, смотрите, не пожалеете. А мы поехали с вами копать. Вот такой вот вид. Открывается взору. Красота. Птички поют. Ветер не очень сильный, хотя местами есть. Сегодня не сильно жарко. Красотень. Ради таких моментов в жизни, наверное, мы и живем. Ну что, пойдемте на поле. Вот, нашел сверху такую штуку. Видно, вот здесь сломано. Ну что это было, не знаю. Может, уже Советский Союз ранний. А могут быть и поздние цари. Заберу. Вот это вот обточу. И где-то дома приспособлю. Ищем. О, какой топор был. Он, конечно, сломан. Но топор был впечатляющий, большой. Несовременный. Обух скошен. Сейчас таких не делают. Заберу. Был верховой сигнал. Нашел быстро. И вот такая у нас находочка. Это с той песни, что обидно, досадно. По всей видимости, это обломок бляхи. Да. Жизнь ее не пощадила. Это та часть, куда вставлялся ремешок. С этой части был зацеп.
а сюда крепился ремень. Но все равно, если была бляха здесь, значит, должно быть еще чего-то. Покружим. Наконец-то правильный сигнальчик был не глубоко, сантиметров 10. Нашел сразу пробку, потом проверил, сигнал есть, но чуток правее, и вот она. Почему-то долго искал. Это монетка, по всей видимости, медь. Это всегда very good. Угу. Секунду. Чуток почистил, чтобы было видно, что за монетка. Это 2 копеечки. 1870 какой-то год. Вот такая вот монетка. С этой стороны вот так. Если успею почистить, вставлю фотографию, чтобы вы могли видеть, что за монетка. О, нашел такую штуку. Била красиво, как монета. А что это, я не знаю. Похоже на большую блесну. Или на зеркало от скутера. Но не с металла, а же в четверку. Интересно, что это могло быть? Если кто знает, подскажите. Но не об этом. Был не очень глубокий сигнальчик, похожий на банку консервную. Или на такую же железяку. Но я копаю все подозрительное. И вот смотрите. Походу это у нас шайба. Да-да-да. Большая медная шайба. Давай, пятак, пятак, пятак. Иди, иди сюда. Да, это пятак, друзья. Сегодня мой день. Секунду. Да, состояние, конечно, жесть, но попробуем почистить. Пока я не знаю, чей это пятак. Ну, мой, конечно, уже. А какого царя, неизвестно. Чего выйдет с чистки, обязательно покажу. Покружим. Было похоже или на колечко, или на пуговку. Во, так и упало. Но здесь осколки говорят о том, что это может быть совет. Посмотрим, где она. Пытаюсь закрыть ветер. Что это у нас? Я не вижу. Я не вижу. Да. Пуговка со звездой. Внутри серп и молот. Явно период СССР. Не очень интересная находка. Но находки мы не выбираем. Заберем, пусть валяется дома. Вот здесь я нашел пуговку со звездой. Прошел пару метров и сигнальчик выкопал. Сигнальчик был красивый, оптимистический. И вот наша находочка. Я уже нашел, но еще не смотрел. Вот так в комочке. Видите, вот гурт.
била как медь. Может быть, конечно, медь советов, но медь — это всегда хорошо, чья бы она ни была. Не советов. Видно ободок, значит, Николай. По размерам 2 копеечки. Just a moment. 2 копеечки. СПБ. К сожалению, год не видно. Но на слове 2 копейки рельеф достаточно неплохой. Может быть, после чистки будет даже очень very good. Орла тоже видно. Хорошая находочка, порадовала. Покружим. Уехал я с поля, так как приехала техника сеять. Приехал на другое, а здесь уже вот так вот. Уже есть и всходы. Но походим вот так вот по травке возле поля. Здесь лужок красивый. Я тут еще ни разу не ходил. А вдруг? Не ехать же с пустыми руками домой. Походим, поищем, покружим. А вдруг повезет? Не переключайтесь. Первый хороший сигнальчик на краю поля или на лужку, как его лучше считать. Где ты? Во! Это точно монетка и точно медь. Даже проскакивала мысль о серебре. Я не вижу. А вы, походу, копеечка. Секундочку. Да, по всей видимости, копеечка Николая. Второго год не вижу. Но, наверное, она. Орел у нас вот такой. Сильно не тер. Да и толку. Воды с собой не взял. Так что ничего. Ничего. Ну вот так. Походу, сохранчик неплохой. Почистим, посмотрим. В карман. Нашел сигнальчик. Интересный. Давайте попробуем выкопать онлайн. Не знаю, как это будет удобно. Так что извиняйте. Так, сигнал у нас где-то вот здесь вот. Оп. Оп. Сейчас проверим. Не попал. Не знаю, как люди копают. Мне это очень неудобно. И как по мне, это забирает очень много вашего времени. Проверим. Сейчас найду и покажу, потому что это будет полдня. Ну, как всегда, все, что я копаю онлайн, это шмурдяк. Смотрите, какое большое кольцо. В последнее время я их часто нахожу, но это просто гигантское по сравнению с теми колечками. А било так красиво, как монетка. Это, наверное, конина.
Ну что, заберем, покружим. О, где-то там вуж. Во, какой лютый был хомячок переросток. Я и не знал, что у нас есть такие вот бобры. Это на краю поля. Вот это да. Вот это да. И видно, свежие. Какая стружка. Такой, какой хватит за палец. И все. И откусит руку по колено. О, а там полностью дерево свалил. Сейчас пойдем посмотрим. И там дерево полностью свалил. Значит, где-то здесь живет бобер. Бобер, выходи. Вот, смотрите. Полностью перегрыз. Че? Упаду? Не упаду. Упаду? Не упаду. Куда я прусь? И зачем мне это надо? О, где-то здесь живет бобер. Приедем, поищем. Так, пойдем с вами назад. И вот это дерево хотел сожрать. О, цветочек. Так, все, перекур закончен. Пойдемте на поле. Птички поют. Красота. Был пробочный сигнал, но стабильно чистый. Во. Я ее уже отрыл. Потому что думал, что это пробенция. По размерам это трюндель. Комары лезут в глаза. Да. Это 3 копеечки. 3 копеечки. По всей видимости, 1930 года, но какая-то она вся покоцанная, выгнутая. Кто-то чего-то с ней пытался сделать. Но все же, заберем. Сеют. Все уже, по полям практически не походишь. Забрался на такой холмик. Здесь есть где рыбу половить. Хожу, кружу по этому холмику. Был сигнальчик, достаточно уверенный. Вот с такой вот ямочки. И вот наша находка. Это пуля, я уверен. Я таких уже находил бесчетное количество. Если мне не изменяет память, это пуля с Первой мировой войны, с какой-то винтовки, не нашей. Если смотрят знающие люди, подскажите, просто будет интересно. Летела, летела, кто знает сколько пролетела, и упала именно здесь. Мы сегодня пришли и нашли. Интересно. Продолжим. Недаром я вышел на край поля. Был красивый пробочный сигнал. Но это у нас не пробка. Во. Во, вижу. Походу, похоже на монетку.
тоненькая, правда, какая-то. Так, сейчас попробуем достать. Блин, может какой-то, да елки-палки, какой-то змылок. Не, монетка. Монетка, ты кто? Я не вижу ничего. Не вижу. Секунду. Вот тебе и опана. Это полушка. Чья, не знаю. Первую я такую нахожу. Состояние, походу, очень неплохое. Ух. Бомба монетка. А тут у нас... А тут у нас вот такой орел. Почищу, погуглю, вставлю видео. Такой монетки у меня еще нет. Вот тебе и край поля. Может быть, дорога шла? Хо-хо. Покружим, покружим. Забираем. Такую красавицу забираем. Не переключайтесь. Поздравьте меня, в этом году меня укусил первый раз комарь. Какие у него были злые глаза, просто жесть. Между красивым пением птиц пропел и мой прибор. Сигнал был «Заслушаешься». Где ты? Где-то было. Ага, вот где. Вот. Это монетка. По размерам Николай. Да, он самый. Угу. Так я понимаю, мы ничего не очистим. Секунду. 1 копеечка Николая II 1912 года. Вроде бы рельеф и неплохой, но какая-то она вся какая-то не совсем круглая. Сзади вот так вот. Видно, чуток попала по орлу. Но все равно больше живая, чем убитая. Забираем. Был сигнал. Не то чтобы какой, а просто был. Искал почему-то долго. То пропадал, то находил. Вот из такой вот ямы с руку. Во. Цветик-семицветик. Нашел, но не смотрел. Думал, если честно, что-то между проволокой и обломком крышки из-под водки. Но это, походу, цветик-семицветик. Какой-то цветочек. Находил такой осенью, только тот был из серебра и поменьше. Есть в одном из моих видео. Ну вот такая вот штучка. То ли сережка, то ли значок. Не знаю. Находочка. Забираем. Фух. Ну что, на сегодня все. Лично мне коп понравился. Не знаю, как вам. Порадовал пятачок. Ну, не состоянием, а тем, только что он есть. Рассмотрел чуток поближе. Пятак Екатерины. Екатерины II, я думаю.
почистим, посмотрим. Вы, конечно, уже, наверное, видели, но я-то еще нет. Интересно. Да, по полушке, я думаю, утверждать не буду, что это полушка Петра Первого. Вспомнил, недавно смотрел видео. Прокоп тоже часто смотрю, несмотря на то, что даже сам копаю. И там была копеечка Петра Первого. Так вот, стилистика букв очень похожа. Так что думаю, Петра Первого. Это у меня такая первая монетка. Так что для меня коп хороший, удачный. Со стороны судить вам. Если видео понравилось, ставьте палец вверх. Если не понравилось, пишите грозные комментарии. Чего именно не понравилось, может быть, исправлю, если будет здоровая, хорошая критика от умных людей. Почему бы и нет? Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего нового. Выходов, я думаю, будет еще много, если даст Бог здоровья и погоды. Всего вам самого лучшего. Не болейте. До новых встреч. Пока-пока.